Сколько стоит госэкзамен? 25 тысяч в рублях или до 8 лет лишения свободы по Уголовному кодексу? Сотрудники УМВД задержали заведующего кафедрой Политехнического университета, которому через посредников студент передал взятку за предоставление готовой квалификационной работы и помощь во время итогового экзамена. Получивший взятку преподаватель задержан, решается вопрос о мере пресечения. Следователи уже обыскали квартиру, машину и рабочий кабинет обвиняемого. Расследование уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ продолжается.